варианты ЦЕБА в рамках перемещения. Самое простое, мы преследуем противника. Раз, два. Если он достаточно близко, то мы используем сначала скрытый шаг, потом на шаге вперед. Либо мы с шагом остановили противника и сразу же разорвали дистанцию. На разрыве дистанции, когда на нас давят, мы пытаемся уйти, но сдерживать оппонента. Раз, два. То же самое. Первый можно сделать. Либо мы остановили и вошли. На уходе в сторону. Вправо. Еще один вариант при закручивании влево через циркуль. Напоминаю, дабл джеб — это не два отдельных удара. Это одно цельное движение. То есть не должно быть раз, пауза, два. Нет. В руках это должно быть. Бам!